Всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю снимать для вас ролики по теме, как настраивать локальный сервер и как настраивать просто локальную игру. Ну, локальный сервер — это сервер для себя, но сервер. А локальная игра — это просто одиночка для тех, кто немножко не в теме. Вот, и меня задали вопрос в нужной теме. Кстати, сразу же хотел вам показать очень красивый арт. Сначала, так сказать, это только зарисовка, набросок. Этот арт находится в теме, в группе Arts of Airs. В общем, ссылочка оставлю в описании. Да и в целом у меня в группе есть этот арт. Так что вот, ну, то есть, как бы можно легко пройти. Скоро там появится полная версия арта. Ну да, не об арте сейчас, а об этой теме. Немножко запинаюсь, но да ладно. Интересующие вопросы по настройке сервера в скобках локалки. И здесь мне задали, как увеличить максимально левел Дина и персонажа до 600 левела, а также как сделать, чтобы персонажа и Дина прокачивался, например, вес не по 10 единиц за левел, а, например, по 1000 и так далее. С левелом все легко и просто. Я решил эту проблему вот так. Заходим в Steam. Заходим в мастерскую. Ну, крутись, моя мастерская. Вот она. Не там крутил колесико. Вводим вот такую вот надпись. Difficulty. Если не ошибаюсь, так она называется. Это сложность называется. И здесь я уже скачивал себе мод. А скачивал я себе мод вот этот. Difficulty 34+. В общем, сложность 34+. Именно он мне дал левел моим динозаврам 600-й, то есть без лишних заморочек. Ну а также я в настройках увеличил сложность до единички. Вот. И все. Левел у динозавров стал 600-й. Ничего более. Ну только в самом начале, при создании карты, мне пришлось сбросить, то есть убить всех динозавров. И тогда все стало хорошо, все стало замечательным. Вот, то есть стали появляться большого левела. То есть сначала они заспавнились с маленького левела. Вот. Но у меня появилась кое-какая проблема. Персонаж у меня не был нужного левела, и я решил, что нужно заменить это, так сказать, исправить это с помощью команды. Опять-таки же, возвращаемся к нашим свойствам, локальные файлы, и, конечно же, посмотреть локальные файлы. Здесь заходим, кстати, у меня же открыто, ну ладно. Здесь заходим в Shooter Game, Save It, Config. Если у вас именно для локалки, как у меня, то есть просто одиночная игра, то заходим сюда, и здесь есть папочка, файлик Game In. Да, раньше был Game User Setting, сейчас просто Game. Открываем его, и здесь у нас вот такой список, не пойми чего, и, казалось бы, полный хаос и хлам. Но, во-первых, здесь мы сразу же прописываем, сколько максимальный сколько максимальных очков опыта будет у динозавров и у себя. Player Dino. То есть это 1,5 миллиона очков опыта. Ну, собственно, вы и так сами все знаете. Здесь расписаны, поскольку энграмм будет даваться за каждый левел. Здесь расписано под сотню вроде бы, но в целом этого вполне предостаточно. Также здесь как раз таки, как сделать персонаж, чтобы у персонажа динозавра прокачивался, например, вес не 10 единиц за левел, а, например, 1000. Так вот, вот это вот, точнее, вот эти вот строчки и служат именно для этого. Давайте посмотрим их повнимательнее. Плеер. Раз, два, три, ну, то есть до 11. Это статы плеера. То есть за каждый клик у вас будет в 2 раза больше прибавляться. Вместо единички будет 20 и так далее. Здесь таймит Дина. 3 раза. Это то, что у меня стоит. Собственно, все, что вы смотрели у меня на роликах, поскольку я прокачивал их, постолько же прокачивается и здесь. То есть, хотите, чтобы было как у меня, вводите именно такие цифры. А вот это, Dino Wild, это для диких динозавров. То есть, дикие динозавры у меня стоят по стандарту. Если вам нужен стандарт, ставьте единички, и все будет хорошо.
Ну и, собственно, что вот это за чудо? Расписано, расписано, расписано. И, казалось бы, это просто набор цифр и букв. Но это вам только кажется. Если присмотреться внимательно, допустим, возьмем вот эту строку. Experience point for level 33-325. То есть, экспа для левела в скобках 33-го нужно 325. То есть, по-простому говоря, если мы найдем последнюю строчку, experience potion for level 300, и, собственно, та самая цифра, которую мы имеем в самом начале. Вот она. То есть, по-простому говоря, здесь мы расписываем количество экспы, которое мы получаем. То есть, мы получили, допустим, 2 экспы, мы апнули левел. 5 экспы, снова апнули левел. 8, следующий левел. 11, следующий левел. И так далее. То есть, проще говоря, если вы сделаете в каждой строчке вместо 2, 5 и так далее, сделаете 1, 1, 1, 1, то за каждую единичку опыта вы будете получать единичку левела. Весь этот текст, а именно Game In, я попробую сохранить куда-нибудь, наверное, на Яндекс.Диск сохраню, и оставлю ссылку в описании на него, и вы уже, соответственно, сможете настроить все для себя. Еще раз повторяю, вот это количество опыта, первые две строчки, которые вы максимально получите. Вот это, весь список, это количество энграмм, которые вы получите за каждый левел. Соответственно, здесь 100 пунктов. Ну, на 100 левелов, собственно, здесь расписано. Вот это во сколько раз будет умножаться увеличение веса и так далее. То есть, ваших статов. Вот здесь то же самое, только для динозавров. Вот это то же самое, только для диких динозавров. То есть, если вы поставите здесь, допустим, 10, то дикие динозавры вас будут варшотить, только вы успеете, извиняюсь за выражение, пукнуть. А в игре это, как вы прекрасно знаете, очень хорошо получается. То есть вас будут убивать все, и даже муравьи маленького левела. Вот, ну а собственно вот это расписание того, что вы, собственно, будете... Поскольку экспы будете получать, чтобы прокачать левел. То есть, чтобы прокачать 287 левел, вам нужно будет вкачать 1 350 000. Ну, судя по этому списку. Ну, на этом все. Я ответил на вопрос. Если вы хотите задать вопрос, на который вы хотите увидеть видео, то заходите в группу ВКонтакте. Здесь обсуждение. Интересующие вопросы по настройке. Заходите, задаете вопрос. Как сделать? Опс, ну, вы поняли, да? Задаете вопрос. И я на него отвечаю в следующем видео. А возможно... еще в следующем видео. Ну, в общем, когда до вас дойдет очередь. В общем, если вы хотите, чтобы я ответил на ваш вопрос на видео, то, пожалуйста, пишите свое сообщение здесь. Все, на этом все. Вот так вот все легко и просто это делается. В общем, всем удачи, всем пока. Я не знаю, как закончить. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Самое главное, пишите в комментариях. Именно в комментариях вот этой темы, как я уже говорил, именно в обсуждениях, в комментариях этой темы, что же вас интересует. И я постараюсь на это ответить. Все, всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Всем пока.